Так, всем привет! Как меня видно и слышно по 10-бальной шкале, пожалуйста, поставьте цифру. Так, отлично. Еще раз всем привет. Меня зовут Зоя Фрейдина. Я мама в декрете, являюсь менеджером проекта «Бизнес-модель 21 века». Хотелось бы начать сразу с результатов за этот год. Наш проект запустился год назад, ровно 10 октября. Итак, давайте посмотрим, каких результатов мы добились за этот год. Первое. 128 новых партнеров вышли на доход от 38 тысяч рублей в месяц. 64 новых партнеров получили новые автомобили в подарок с автосалона. 110 партнеров участвовали в мега-конференции «Кипр в Сочи». За 2016 год партнеры «Бизнес-модель 21 века» и программу «Удвоение» посетили такие страны, как Тунис, Таиланд, Кипр, а также такой город Сочи, и это еще далеко не все. Предприниматели «Бизнес-модель 21 века» – это участники Всероссийского конгресса предпринимателей в Санкт-Петербурге и Международного конгресса предпринимателей на Кипре. Результаты на самом деле поражающие, потому что это всего лишь за год работы. Все только начинается, мы развиваемся все больше и больше. Дальше. Чтобы вам было легче, я отвечу на 5 вопросов. Это такие как: в чем суть дела, что нужно делать, откуда берутся деньги и кто будет помогать, и что мы получим в результате. В чем суть дела? У вас будет свой интернет-магазин. Что интересует вас как владельца магазина? Сейчас, чтобы что-то производить, это вообще не проблема. И если посмотреть на рынок, абсолютно на любой, будь то там бытовая техника или даже, допустим, автомойка, это не важно, сейчас их очень много. Это их задача раскрутить и доказать людям, почему они должны пользоваться именно их услугами. Наша же задача – организовать товарооборот и получить прибыль. Что нужно делать? Мы должны организовывать товарооборот. Например, возьмем на основу 100 тысяч рублей организации товарооборота. Как это можно сделать? Есть два варианта. Можно продавать самому. То есть это бегать с каталогами, продавать людям, искать клиентов. Не очень удобно, согласитесь. Есть же второй вариант для этого. Можно построить сеть покупателей и партнеров. Так намного проще. Откуда берутся деньги? У вас есть свой интернет-магазин и доступ по ценам ниже розничной. А также, так как у вас свой магазин, вы являетесь владельцем, вы можете покупать цены с 20%, товары с 20% скидкой. Приведу такую аналогию. Если вы открыли кафе свое, ходить кушать, естественно, наверное, свое кафе, ведь вы же себе отдаете эти деньги. Так же и у нас. Вы покупаете товары в своем магазине и получаете от этого прибыль. Каждый человек покупает в среднем для себя на 1000 рублей в месяц примерно. Кто-то больше, кто-то меньше. В эти товары входят товары повседневного спроса, то есть шампуни, мыло, зубные щетки. Согласитесь, все пользуются этим каждый день. 100 партнеров, покупающих для себя 1000 рублей, получается 100 тысяч рублей товарооборот вашего интернет-магазина. Можно продавать, а можно построить сеть. Сколько мы будем зарабатывать? Если, допустим, у вас будут отовариваться 6 человек, каждый будет брать на 1000, у вас будет объем продаж в рублях 6 тысяч. Вы будете получать 3%, 80 рублей, то есть комиссия. Если у вас будет 14 человек покупать также по 1000, то 13500 будет товарооборот, и вы перейдете уже на 6% прибыли. И так далее. Если у вас будет 230 человек покупать, и вы будете получать 22% от 225 тысяч рублей.
По-моему, неплохо. Также, если у вас в команде будет два директора, ваш доход будет 75 тысяч. Если три директора, то 100 тысяч и так далее. Кто будет помогать? Наше новое дело, что нужно делать? В нашей команде есть система онлайн-обучения, а также помощь 24 часа в сутках. У нас есть бесплатные вебинары, за них с вас никто не будет снимать деньги. У нас есть обучающие сайты, есть четкие функциональные задачи, есть обучение, как это делать. Если вы будете их выполнять, будете расти и зарабатывать деньги. Что будет в результате? Вот на картинке, на слайде вы видите результаты, наши бизнес-партнеры получают бонусные. Вы также можете их получать. Это может быть и 1000 долларов, и 2, и 3, и 6. Вам нравится такой результат? По-моему, неплохо. Также у нас есть автомобильная программа. Я вам сейчас немножко расскажу о ней. Если вы перейдете на директора, то компания будет вам финансировать 700 тысяч рублей на покупку автомобиля. Если в вашей команде будет 6 директоров, то вас будут финансировать на 1 900 000 рублей. Если также в вашей команде будет 12 директоров, то вас будут финансировать на 3 миллиона рублей. Это представлены автомобили, которые уже получили наши партнеры. Там марки BMW, Mercedes, Volkswagen. Вы где-нибудь видели такую компанию вообще с такими бонусами, где предоставляют машины в подарок? Я нет. Ваши основные функциональные задачи в бизнесе – это строить команду партнеров и покупателей, обучаться самому по системе наставников, обучать партнеров своей команды, делать личные покупки в своем интернет-магазине. Действуйте, и все получится. То, что вам нужно сделать сейчас, это связаться с человеком, который вас пригласил в компанию. Попросите его, чтобы он скинул вам форму для выполнения регистрации, получите доступ на обучающий сайт, изучите все материалы, посещайте все вебинары, просматривайте все видео, у вас все получится. Спасибо за внимание, всего доброго всем, всем успехов, мощного старта, было приятно с вами пообщаться. Пока-пока.